Почему мужчина уделяет мало или недостаточно внимания? Вот он недостойный мужчина, вот неправильно он себя ведет, он не понимает, что женщине или любимой женщине нужно больше внимания. Это не тот мужчина, и нужен новый мужчина, который будет уделять больше внимания. Быть недовольной, ходить недовольной, несчастливой, да, и чтобы мужчина резко захотел себя делать счастливой, тоже не работает. Сколько ей не давай, ей все равно будет мало. Ей хочется, чтобы он больше с ней времени проводил. Ей хочется, чтобы еще больше внимания уделял. Ей хочется, чтобы он чуть ли не 24/7 с ней был. Она, конечно же, что, очень ревнива. Мне плохо, потому что он. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому важному видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. И также в конце поделись в комментариях твоим мнением на этот вопрос. Я буду отталкиваться от опыта. Очень часто я провожу инстаграм-эфиры, инстаграм-разборы с реальными девушками, с реальными женщинами, которых я вижу, как они выглядят, какое у них состояние, я слышу их вопросы, я слышу их выводы, я слышу их мышление, и от этого я буду отталкиваться. И нередкий запрос это: Ярослав, муж перестал уделять внимание. Или я познакомилась с мужчиной, мне мало у нас отношений, мне как-то не хватает его внимания, мне мало его внимания, да? Или почему мужчина вначале так все было хорошо, а потом он начинает охладевать и вообще в дальнейшем отстраняться. Почему так происходит? И сейчас я буду вам это в этом видео объяснять. Можно сказать просто: ну, такой плохой мужчина. Вот он недостойный мужчина, вот неправильно он себя ведет, он не понимает, что женщине или любимой женщине нужно больше внимания, и вот этот мужчина вроде бы как неправильный. И А-вариант, нужно, наверное, пожаловаться этому мужчине, покритиковать его. Приходят такие идеи, либо сделать вывод: это не тот мужчина, и нужен новый мужчина, который будет уделять больше внимания, или нужен новый муж, который будет... как и тот когда-то на первых этапах. Легко сказать, правда же? Но если ты взрослая, если тебе уже есть 30 лет, особенно девушкам, которые за 30, вы уже, наверное, понимаете. Те женщины, которые уже были замужем в такой ситуации, вы понимаете, что точно не работает. Вы уже можете точно сказать: Ярослав, критика не работает. Да, потому что вначале, когда мужчину критиковала, он исправлялся, но потом становилось не лучше, а только хуже. Ультиматумы, что скоро я от тебя уйду, или я тебя брошу, или найду другие отношения, типа угрозы, то тоже не работают. Быть недовольной, ходить недовольной, несчастливой, да, и чтобы мужчина резко захотел тебя делать счастливой, тоже не работает. И если мы говорим про девушек, женщин, которые в отношениях замужем, и есть ребенок, и либо дети, и попали в такую ситуацию, заканчивается все чем, что она становится такой уже апатичной, да, ей уже пофиг, ничего не работает, и она уже как бы смирилась, и уже она такая, знаете, как бы такое состояние у нее нейтрально спокойное состояние. Ну и внутри, конечно же, и неприятно, обидно. Какую закономерность я вижу в большинстве случаев девушек, которые приходят с таким запросом? Либо на тренинг, либо на бесплатный онлайн-курс, либо на инстаграм-разборы. Просто как закономерность. Большинство этих девушек росли либо без отца, либо отец ушел из семьи на каком-то этапе, либо что-то случилось, может быть, с отцом. То есть отца, по сути, в жизни у нее не было. То есть это, по сути, девушка, личная женщина, которая выросла без отцовской любви. Либо же какой отец был? Холодный, да, такой. Он любил ее холодной любовью. То есть он был строгий, жесткий. И чтобы получить тепло отца, ей нужно было очень стараться. И он такой: ты умничка, ты хорошая. И у нее вот этот как бы сценарий запоминается внутри. Редко, реже, другой есть сценарий, когда отец, наоборот, очень сильно любил девочку. Она у него была просто самой любимой. И он ее как бы в какой-то степени перелюбил. И меньшинство из этих девушек, с таким сценарием меньшинство девушек есть, им тоже бывает не хватает внимания мужчины. Так вот, она вырастает. Внутри у нее что? Во-первых, внутри у нее где-то недостаток любви, недостаточность, ей плохо самой собой. При этом она как живой человек, да, безусловно, как все мы живые люди, мы хотим человеческого тепла, отношений, быть в отношениях. И, конечно же, она, как и любой человек, ищет вот это вот тепло и отношения. И, конечно же, она находит влюбленность, очарованность какую-то. Мужчина и женщина влюбляются. Что происходит, когда мужчина влюблен? Конечно же, он просто свои лучшие качества показывает. Лучшие, он ухаживает. Ну, на стадии влюбленности мужчина просто супер ухаживатель в большинстве случаев. Он делает просто лучшее. И что она получает?
И она, как бы внутри у нее было недостаточно, только она получает такой бах, поток вот этого ухаживания, и ей становится хорошо. То есть она удовлетворила свою потребность. Конфетно-букетный период рано или поздно проходит. Влюбленность рано или поздно проходит, и наступает реальная жизнь. И что происходит в отношениях? Мужчина ходит на работу, он занимается делами, бизнесом. И, конечно же, часто эти девушкам что? Им не хватает внимания. Ей хочется, чтобы он больше с ней времени проводил. Ей хочется, чтобы еще больше внимания уделял. Ей хочется, чтобы он чуть ли не 24/7 с ней был. Она, конечно же, что? Очень ревнива. Понятно, что она вначале там как-то мягко это просит, и она получает. Но чем дальше, тем происходит что? У нее же боль, вот эта недостаточность никуда не уходит. Она остается. Но влюбленность, то есть чем больше она начинает давить на мужчину, тем его как бы вот вовлеченность в эту женщину охладевает. И чем больше он охладевает, тем больше она начинает давить. То есть происходит такой сценарий. И я сейчас не говорю, что этот мужчина классный, а она не классная. Он тоже по-своему не самодостаточен. Он тоже по-своему соответствующий этой женщине. И что происходит? Женщина потом говорит: «Мне плохо, потому что он». Ярослав, а что мне сделать с ним, чтобы мне было хорошо? Это вопрос еще человека, который находится на начальной стадии развития. Потому что человек, который уже более развит, более прокачан, он какой вопрос задает? Что мне делать с собой, чтобы он или мужчины, чтобы мне было с ними классно, им было со мной классно, и чтобы это длилось не только энный период в начале, а столько, сколько я сама захочу. И понимаешь, тут на что мы выходим? Что мужчина твой или будущий мужчина, поклонник, я не знаю, любовник, это не папа. Это не психолог, это не тренер, это не порция любви, который должен тебя постоянно удовлетворять твою... Понимаешь, вот внутри у тебя какая штука происходит? Это как ведро с дырявым дном. Туда сколько ни лей воды, вода выливается. Вот так же и с этой женщиной. Сколько ей не давай, ей все равно будет мало. Ей все равно будет казаться недостаточно. А мужчина что чувствует? Как вы думаете на этом месте? А он в шоке. Потому что он не понимает, а что, он не понимает, что с ней делать. То есть с ней нужно как с младенцем быть. И все равно она будет не удовлетворена. Все равно ей что-то будет не нравиться. Все равно ей будет не хватать. И он что чувствует? Бессилие и бессмысленность. И я сейчас не оправдываю мужчин. И, конечно же, есть и мужчины такие. Есть такие мужчины недолюбленные. И они играют в маленьких мальчиков. И может быть, ты в этом описании, я описывающая женщин, может быть, ты узнала мальчика, у которого такой сценарий. Тогда ты играешь роль вот этой мамы, которая его долюбливает. Поэтому смотри, какие варианты. Самый лучший вариант – это задать себе вопрос, что мне нужно сделать с собой, чтобы я стала самодостаточной. Но многие путают самодостаточность, знаете, с изображением такой леди охрененной, которая выходит с дорогой машины. Это ухоженность, это все круто. Но это не изображение самодостаточности, это не есть самодостаточность. Самодостаточность – это когда мне как бы нормально с собой, когда мне нет нужды, чтобы меня кто-то спасал, когда мне не нужно кто-то, чтобы я чувствовал себя полноценным, да? Это часто какая история? Женщина, она что-то делает для мужчины и смотрит ему в глаза. Ну что, он рад, не рад? Если она ему что-то делает хорошее, и он не рад, ей очень плохо. То есть она ищет, она в своем поведении, часто эта девушка находится в стадии заслуживания любви. То есть она делает что-то хорошее, но не потому, что ей приятно это делать, потому что она хочет, чтобы ее папочка полюбил. И она заслуживает любовь. Пока она этого не поймет, то это как воду, сколько ни лей воду в ведро с дырявым дном, оно все выливается. И есть другой путь. Возвращаясь, да, все, к чему я веду. Задайте себе вопрос, что мне нужно сделать с собой, чтобы дно ведра не было проемов, через куда проливается вода. А для этого, как бы это ни звучало банально, нужно пахать над собой. Пахать над собой. Это невозможно сделать логически. Это невозможно сделать аффирмациями перед зеркалом. Это невозможно сделать, прочитав книжку и поняв, что «А, я поняла, это меня папа с мамой недолюбили. Все поняла, это я поэтому мужу пилила мозги, что мне не хватает внимания или заслуживала любовь». Это не значит, что ты изменилась, это ты что-то поняла. Это ты поняла, что вот так оно работает. Хорошо, но это не значит, что ты стала такой. Но с другой стороны, есть хорошая новость. Для этого не нужно годы, для этого не нужны десятки лет. Для этого нужно принять решение и задать вопросом, какими учителями, тренингами, курсами, окружением мне нужно пропитаться, погрузиться, чтобы за энное там количество месяцев, лет или там год выйти на какой-то уровень, который я хочу. Но нужно себе сказать, что я не, ну, оставить людей в покое, перестать от людей, от мужа, от мужчин, от поклонников требовать
чтобы они доказывали, что тебя можно любить. Они не для этого. Они не смогут. Это бессильно так. И пока ты с таким фоном ходишь, ты притягиваешь тоже, возможно, не тех людей. И опять же, часто девушки в таком состоянии, например, все, я развожусь. И что дальше? У нее дети, ребенок, я развожусь. И что дальше? Следующий такой же будет. От того, что ты разведешься, некоторым кажется, развод – это путь к счастью. Но, может быть, будет что-то и легче. А часто не всем положен развод сразу же. Я не говорю, что нужно терпеть. Я говорю, что сначала прокачайся, а потом разводись. И то половина из тех, кто хотели развестись, они передумают, потому что увидят, что и муж изменился. А чтобы больше понять, о чем я. Понимаю, что, может быть, сейчас мои слова, они как бы образные, да? То есть хочется сейчас слышать, на какую кнопку нажать, Ярослав? А какую фразу сказать? А что, на что нажать, на какую кнопочку, чтобы моя жизнь резко стала такой, какой я хочу? Кнопочки нет. Но есть путь, на который ты можешь стать. Начать ты можешь, я тебе предлагаю. 5 вечеров бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. И там ты поймешь, что, как, почему происходит. Что, как, по каким сценариям идет. И что делать с собой, с помощью каких техник, чтобы себя менять. Но что ты можешь сделать прямо сейчас? Это перестать требовать любовь или заслуживать любовь. Или бороться за любовь с кем-то из партнеров. Неважно, ты сейчас в отношениях или нет, замужем ты или нет, есть у тебя мужчина или нет, хочешь ты замуж или не хочешь, и тебе хорошо самой. Это, знаете, это как зал, тренажерный зал. Чем больше ты в этом прокачиваешься, тем лучше твое тело. Если у меня хорошее тело, мне что, можно не ходить в зал? Нет, нужно ходить, поддерживать форму, можно улучшать. Вот так же и здесь. Здесь нет предела для совершенствования. И я больше скажу, это любовь некая к себе, самооценка, самодостаточность, она влияет на все. И на воспитание детей, и на количество денег, которые ты имеешь, и на то, как, с какими темпами ты там строишь карьеру, бизнес, и на взаимоотношения с противоположным полом. Да, это видео больше посвящено женщинам, но это также касается и мужчин. И мужчин тоже таких немало. Не самодостаточность, которым плохо самим собой. И они пытаются поднять свою самооценку за счет другого человека, за счет там, жены, бывает за счет детей и так далее. Поэтому прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке, записывайся на бесплатный онлайн-курс и посвяти себе 5 вечеров. Я тебе гарантирую, твоя жизнь не будет прежней. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и поделись в комментариях твоим мнением на этот вопрос. Возможно, ты уже проживала подобную ситуацию, возможно, ты уже прошла некий путь трансформации, возможно, ты находишься на какой-то только начальной стадии, или, возможно, ты только что-то узнала там про мужчину, какую-то плохую новость, которая привезла тебя в шок. Поделись этим, пожалуйста, в комментариях. Это будет полезно и тебе поделиться, и чтобы я прочитал твои комментарии и другие участницы. До встречи в следующих видео. Пока!